Казань дает тебе? Вполне. Почему? Отзывает. Вот смотрите. И слушаю. Я тоже удивился. Радуга вышла вчера. Это что было? Болеет. Баталии, слушаю вас. Я так работать вам не дам, господа, сразу говорю. По 10 материалов, значит 10 материалов. Для чего, ты же знаешь? Чтобы наш минус убрать. Курамагомедов. Так, Курбанов, Ульянов. Еще раз увижу последний материал. И Бедерханов тоже почти 10. Синай. Абдулаеве. Слушай. Я тебе исправлю. Давай вот так отдать. Почему этого человека постоянно я ругаю? Лучше вас работать. А тебе не касается, что он работает. Ты за себя отвечаешь. Я ответил за всех за вас. Понял, да? Вот тогда работу делаю. Указание дает тебе? Вполне. Почему? Отзывает. Вот смотрите. И слушаю вас. Я тоже удивился. Радуга вышла вчера. Это что было? Болеет. Баталеет. Слушаю вас. Я так работать вам не дам, господа. Сразу говорю. По 10 минут. Зима начала. Посмотрите. Ну, вот объясняю вам. Вадима один день нету, вы начинаете ерундой заниматься, херной заниматься. По 7 протоколов. Она открой, прочь. Камагомедов где? Где твоя книжка? Дай сюда. Кто загнал? Вчера загнали на мат? Почему не загнали? Почему не загнали? Почему не загнали? Вот каждому говорю, почему? На мак не ездит, говорю, да? Мунхера. Я тебе звонил, да? Начиная с новой автостанции до Тарева. Три машины задержали. На Кировский район. Рабаданов С. Магомедов ММ. Почему 8 материалов? Мне какая разница, по Америке ты будешь. Тебе утром задачу поставил я, почему не выполняешь? Конечно, выполняешь. Любимая точка есть у меня, по 12-часовой, 13-часовой стоит. С любимым автоматом. На полгода. Амаров Г. Магомедов МС. Слушаю вас. По 8. В связи с недавно появившимся видео в сети интернет хочу прокомментировать ситуацию, сложившуюся на одном из инструктажей наряда дорожно-патрульной службы госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. Конкретная дата и лица установлены, министерством проводится служебная проверка, в ходе которой сотрудникам будет дана соответствующая оценка. Со своей стороны хочу заверить, что ни руководство Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, не управление госавтоинспекции. Задачи по выявлению конкретного количества правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения не ставится и не ставилось. Для госавтоинспекции основной задачей было и остается предупреждение дорожно-транспортных происшествий, профилактика правонарушений, а не их количество. Сегодня 7 материалов за ремни безопасности, 2 материала за остановку по первой части, 1 материал по пленочной покрытии. 4 часа ровно, кафару звоните, в
что это все есть у вас, потом отступай. Если нету, Кафар пока команду не даст, никто оттуда не уходит. Так, внимание сюда, убьет лицо. Кто отметил, боитель, книга вывезла? Хоть один поднимите руку. Вместо вас я отметил за всех.